Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Groove Castle. Ну что ж, давайте разбираться. Так, у нас с вами есть три героя: мечник, маг и огр с валуном. Стоит один вот здесь вот подалече у нас лучник, одинокий. Так, мы можем или не можем? Так, апгрейд замка и улучшить лучников. Ага, требуется 50 голды и 150, но у меня нету денег. Поэтому сразу же, наверное, начнем с битвы. Так, первая волна, и давайте посмотрим, кто у нас тут будет. Какие-то синие яйца на нас бегут. Нажмите на юнита, говорят. Вау. Так, это уникальный скилл, да, у мечника, он вызывает подмогу. Будем знать, мы с вами получили уровень и победа. Так, улучшите лучников, просят меня. Ладно, хорошо. И у нас прибавляется еще один лучник. Теперь он не одинок. У нас есть одно дополнительное очко для прокачки скиллов. И я думаю, что мы с вами будем все бросать в золото. Это на первых порах, да? Так, прокачали на один уровень. Шикарно. Так, у нас с вами еще 110 голды. И я думаю, что мы можем, наверное, еще одного лучника призвать. Вот так. И следующий бой. Волна вторая. Так, ползут, ползут у нас эти аглоеды. Но они легкие, так, что такое? Ага, мы можем с вами увеличивать скорость игры. Все, я понял, так, тихо, давай-ка подкрепление вызовем. А если я, друзья, вот так сделаю? А, мы можем, понял, мы можем каждым нашим героем управлять. У него, у каждого есть свой определенный скилл. Так, теперь нам просят повысить уровень замка. Повысил. И что у нас получилось? У нас открылась ячейка дополнительная. Так, это уже хорошо. Так, ну что, повышаем все пока на голду. На опыт не будем, да? Я думаю. Денег 128. Я думаю, что еще одного лучника нам, наверное, надо взять. Ну что же, переходим на третью волну. Ждем. Идут синие яйца. Ползут потихоньку. Так, катапульты. А если я сделаю вот так вот? Ой-ой-ой-ой-ой, это кто такой? Друзья мои, это кто? Это супер-великан. Давай, родные мои. Великана этого гигантского. Ну, мы его подбили. Ух, победа за нами. А я даже не сомневался. Так, что у нас просят? Нажать на мага. Так, вы можете купить... Ага, новых юнитов. Слушай, но они так дорого стоят. У нас вот лучник, например, стоит 500 монет, а у меня всего 362. Также здесь охотник, эльф, ледяной маг, маг молнии, который у нас есть, огненный маг, огр, некромант, милитари, прист, гигант, смит. Оу, друзья, ты посмотри, сколько здесь много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это я все могу приобрести? Слушай, прикольно. Ладно, ну, я думаю, что нам нужно, наверное, еще все-таки один бой быстренько провести. Поехали. Четвертая волна уже как-никак. Опять катапульты. Слушай, у нас маловато лучников. Вы заметили, да? Надо, наверное, побольше их делать. Или же еще одного героя приобрести. Но для этого нам нужно заработать денежку. Эй-эй-эй-эй, тихо. Пошли, пошли, зомбарей валим. Победа. Так, мне предлагают за просмотр видосика 1800 голды. Хорошо, я согласен. Так, и мне начислили мои денежки. У меня 2410 монет. И я хочу приобрести себе нового... Погоди-ка. Я думал, что я сюда смогу героя поставить. А здесь дерево. Так, какой-то кубок, червь. Червяк, огненная башня, башня заморозки. Слушайте, друзья, а что же мне тогда лучше здесь поставить-то, а? Может быть, попробуем с вами вот эту вот башенку поставить. Что она делает? А, бонус к золоту дает нам в 5%. 5% к золоту. Хорошо, я покупаю. Я покупаю и вот здесь вот устанавливаю. Такой вот у нас здесь стоит кубок, чаша, да? Вон там монетки золотые, петарды или не петарды, это, наверное, рубины, алмазы. В общем, драгоценности. Ну что же,
У нас немножко денег есть, я, наверное, улучшу еще наш замок. Ух ты, а вот здесь, наверное, уже можно поставить героя. Так, давайте быстренько перейдем в бой. Пятая волна. Идут плюшки. Ладно, быстренько сейчас с ними разберемся. Ой, смотри, какие сильные. Сильные квази... Во! Да ладно! Смотрите, что у нас тут опять идет супер-великан. Вызываем. Сможем мы, интересно, подбить или проиграем, а, друзья мои? По-моему, мы проигрываем здесь. В этом бою нам не повезло, к сожалению. А что же тогда делать? Ладно, хорошо. Остановимся пока в прокачке денег. Будем, наверное, урон повышать. Потому что враг-то крепнет. И я, наверное, еще вот так вот лучников призвал себе. Нормуль, давай попробуем. Я так понимаю, мы сейчас с вами зависим на этой пятой волне, наверное, надолго. Давай, 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 стреляем, родные мои, бомбим по ним. Так, землетрясение. Справляемся, справляемся потихонечку, потихонечку. Отлично, так, теперь магию. Магию вжарим вот прям сюда. Выходим. Слушай, мне кажется, опять мы тут сфейлимся. Или же нет? По-моему, успеем. Нет, 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 нет. Есть! Друзья мои, там буквально микрончик остался, и он бы мог выиграть. Но мы его успели все-таки бомбануть. Ну что, смотрим видосик. 2000 голды у меня. Маловато будет, но я, наверное, все-таки смогу купить. Ну-ка, кого мы сюда можем поставить? Эльф. За 2000 голды я могу поставить еще одного мага. Слушай, или же подкопить, например, вот призвать некроманта. Он стоит 3000 голды. Хорошо, наверное, мы пока не будем, да, с вами раскошеливаться. Подкопим маленечко еще денег и посмотрим, кого нам дадут. Шестая волна. Ага, с этими мы, я думаю, разберемся довольно легко и быстро. Давай, давай. Кстати, мы можем прокачивать с вами магов, огров и так далее и тому подобное. Ну, я имею в виду отдельно повышать им уровень. Слушай, мне тут сейчас, по-моему, башню мою разнесут. Хотя нет, нет, мы с вами выстоим. Давай, давай, последнюю катапульту забомбили. Отличненько. Получили одну очко опыта. И, наверное, мы сделаем с вами дамаг в 5%. Хорошо. Нам еще нужно с вами 500 монет для того, чтобы приобрести некроманта. Давайте следующий бой. Седьмая волна. А ну-ка, огр. Да как-то слабо он бомбит. Он просто, ребята, делает землетрясение, которое отталкивает их. Существенного урона они не получают. Ну-ка. Вот маг, да, маг бомбит не по-детски. Так, тихо, 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 сколько... Эй! Сейчас меня катапультами разнесут. Щит. Друзья мои, не все так просто. Не все так просто, еще раз вам повторяю. Ладушки, давай. Как говорится, по повторчику. Я заранее уже вызову наших мечников. А здесь влуплю магией. Вот так вот. Огр, а ну-ка. Оттолкнули. Ну, я думаю, что вот здесь мы теперь победим. Слушай, ну прикольно. Она довольно простенькая игрушка и в то же время интересная, да? Я вообще обожаю такой жанр Tower Defense. Это то, что нужно. Ага, мне опять предлагают видосик. Отлично. 5000 голды. Ну, вот теперь я себе, наверное, смогу приобрести нашего некроманта. Вот сюда я его хочу поставить. А прикиньте, сейчас куплю, да зря. Нет, не должен он быть. Так, монстр дефенс минус 50% на 3 секунды. Хорошо, кстати, смотрите, мы на каждого персонажа можем надеть колечко или оружие. Хм. Проклятие, да, у него скилл. Ну что ж, давай посмотрим, как это все будет приблизительно работать. Кстати, у нас 2000 голды, я, наверное, улучшу замок. Опа, а здесь-то кто у нас? Здесь можно еще что-то установить. Хм. Огненная башня. Башня заморозки. Башня молний. Так, пока ничего не будем сюда ставить. Давай посмотрим, что нас поджидает дальше. Идут это орки, я так понимаю, да? Некромант, ты будешь чем делать, а? И что? Что он сейчас? А, он проклятие повесил. Видите, у них... тратится здоровье. Все, я понял. На самом деле, я немножко другого, конечно, ожидал. Ну что?
А, нету маны. Этот некромант еще и ману очень много требует на свой скилл. Вот так вот, друзья. Хм. Хорошо, я... Нет, мы хотели с вами накопить денег, да? И поставить сюда... А давай вот эту вот башню. Точнее, пушку. Хм. А ну-ка. Насколько она будет эффективна? Давайте, друзья, следующий бой. Девятая волна. Я думаю, что на десятой пойдет опять какой-нибудь великаша. Пока все хорошо. Воу, она ядрами бомбит. Слушай, вот это прикольно. Смотри как. Ух. В щепки, просто в щепки разносят эти катапульты. Шикарно. Ух, как это замечательно. Мне нравится. Мне нравится вот эта вот бомбарда. Блин, ее бы прокачать. Вот это было бы вообще имба. Так, ну что, смотрим. Почти 3000 голды. Что мы можем с вами сделать? Так, давайте-ка мы, наверное, шанс критического удара, да? Изучим. Что, 1% всего лишь? Ладно, хорошо, пускай будет 1%. Либо мы можем с вами купить лучников, либо же вот сюда. Могу я прокачать? Я могу прокачать. Стоит 1750 голды. Это уже на второй уровень. Хм. Знаете, что я сделаю? Я, пожалуй, воздержусь и наклепаю наших стрелков. Вот так вот, поехали. Десятая волна, слушай, здесь, наверное, будет босс. Ну вот, чувствует мое сердце, что сейчас будет босс здесь. Хоть бы его не было, а? Хоть бы его не было. О, десятая волна, ой, босс. Где, вот он, это кто такой? Что за квазимода? Смотрите, ё-моё, нифига он там шпарит, эй! Ну-ка, не хватает маны, но мы его подбили. Это типа какого-то джина, что ли, злобного был. Мощный, мощный парень. Так, улучшаем. Хм, ничего не открылось, да? Ладно. Опачки, а это что такое, друзья мои? Карта. Битва. Так, подожди-ка. Что они показывают? 10 щитов. Непонятно. Слушай-ка, ну это действительно как в игре Кот-робот, да, в которую мы с вами играем. Что-то мне это напоминает очень сильно. Кто с кого слезал, как вы думаете? Так, сколько? А, вот, вот идет отсчет. То есть, если мы с вами этот замок захватим, то они тоже нам, наверное, будут платить пошлину, дань, скорее всего, да? Поэтому это в наших интересах. Давай разносить тут всех к ядрене фене. Мне нравится. Землетрясение. Ну, слушай, прикольная, да, игруха? Давай, 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 уничтожаем. Ой, сейчас мои рыцари все упали, к сожалению. Слушай, ну вот это вот, конечно, бомбардочка так наяривает. Вообще шикарно. Просто массовое поражение. Слушай, ну здесь замок мы с вами очень долго разбираем. Тихо, я не хочу, не хочу, не хочу. Можно отменить? Не имею права, да, уже отменить? Печалька. Землетрясение. Короче, землетрясение просто отталкивает врагов назад. Как бы беспонтово, на самом деле. Как говорится, умение. Ну-ну-ну-ну-ну. Да что ж такое, как же мы с вами долго-то разбираем? Вызываем еще наших мечников. Может, проклятие сделать? А, манны-то нету, она вон копится у нас потихонечку. Так, ну давай, давай, ну, бомбарда, бомби именно по замку, и тогда будет нам счастье. Верно ведь? Ну-ка, а сколько стоит вот это вот проклятие по манне? Никто не скажет мне. Хе-хе-хе. Вжарим. Отлично. Землетрясение. Тут осталось, кстати, совсем немножко здоровья, и сейчас будет замок наш. Давай, друзья, бомбим. Кстати, вот эти лучники хороши, я думаю, их тоже можно будет как-то улучшать со временем. Апгрейдить. А замок, интересно, наш будет расти? Ну, в высоту. Там дополнительные ячейки какие-нибудь. Не знаю, посмотрим. Ну, есть. Мы с вами победили. Девелоп. Ага. Это что такое? Хм. Купить или чего? Я не понял. Что-то можем сделать, только непонятно что. В общем, мы с вами... Ох, елки, ты посмотри, что тут творится. Твою же маковку. Вы что, серьезно, что ли?
А я какой-то первоначальный штабик никчемный победил. И радовался ему как ребенок. Ты посмотри, что тут дальше будет. Плюс, я так понимаю, еще 150 волн нужно, да, пройти, чтобы открыть вот это вот. А здесь всего лишь 200, а здесь... Здесь вообще до бесконечности. Господи. Ой, смотрите-ка, кто-то к нам идет. Дань. Нам заплатили сейчас только что дань. Так, ну что, давайте тогда следующий бой сразу же. 11-я волна, как-никак. Слушай, зря я, конечно, взял, мне кажется, некроманта. Я им практически не пользуюсь. А если им пользоваться, то у меня остальные не смогут использовать свои навыки. Смотри-ка, это кто у нас тут идет? Что это за маги или кто там непонятные были? Слушай, замечательно, разбомбили. 3363 голды у нас. Ну что же, давай, наверное, еще улучшим. Нет, не хватает, да? Воу, сразу две ячейки, ты прикинь? Сразу две ячейки. Может быть, нам поставить... Слушай, лучник и хантер. Что это такое? Скорость атаки 100% на 3 секунды. Ага. Понятно. Смотрите, этот таскает нам постоянно, приносит деньги. Ну, у нас на самом деле маловато. Может быть, огненного мага влепить? Огр, некромант. Хм. Прист, 2000. Не знаю, что нам сейчас на самом деле нужно. У нас две ячейки. Бомбарду хотелось бы мне прокачать. И поставить еще немножко вот так вот наших лучников. Я так понимаю, вот здесь еще будет один рядок, наверное. Погнали, 12-я волна. Ползут. Ползут у нас охламоны. Так, зомбари. Нет, все-таки бомбарду я буду прокачивать. Что бы вы ни говорили, но она крутая. Может быть, конечно, потом будет что-то еще лучше. Но вот на данном этапе она очень неплохо себя показывает. Победушка. Победушка. Так, мы заработали с вами немножко денег, но этого мало. Поэтому вперед и с песней. 13-я волна. Хорошо, что этот чувачок нам постоянно подвозит золотишко. Мне нравится. Давай, давай, вот прям сюда, вот в катапульты бомби. Буш, рассыпались. О, а это кто такие? Новенькие какие-то. Таких раньше не было. Таких раньше не было. Ну, это орки, походу, зеленые. Или гоблины. А вот кто-то... А, синие, это не яйца, ребята. Это слизни какие-то. Все понятно. Так, одно очко опыта, и мы с вами... Кулдаун. Давай прокачаем, наверное. Вот так вот. Денег 1913, маловато. Поехали на следующую волну. 14-я у нас. Кубок. Кубок нам дает прибавку в золоте, да? Но там же есть много чего интересного. Автобоя я пока тут не вижу, не наблюдаю. Сундучков никаких не выпадает. Причем, смотрите, битва на поле, а этот ханорик идет спокойненько себе и подносит нам золотишко по 410 голды, да? О, вот это вот хороший видосик. Но на самом деле вы понимаете, да, что рекламу вы можете не смотреть. Вас никто не заставляет. Но тогда вы очень-очень медленно будете развиваться. Так, ну что же, у нас 6000 голды. Мы можем с вами что-то уже хорошенькое такое приобрести. Прист. Так, давайте вызовем с вами гиганта. А что у него такое? Вы можете призвать гиганта. 500% урона. А куда я его поставлю? Где он у меня будет стоять? Вот здесь? А давай его... Эть, я не могу уже переместить. Ой-ой-ой. Ладно. Ну, лопухнулся, наверное. Посмотрим. Так, 15-я волна. По идее, здесь должен быть босс. Воу! Смотри. Смотри, какой гигантус у нас тут вышел. Дуф, дуф. Всех давит. Ой. А это кто такие? Мне не нравятся эти ребята, которые тут идут. Только не говори, что сейчас пойдет босс. Только не говори мне этого, пожалуйста. Эх, так оно и есть. Тоже какой-то зеленый крокозябр. Ну, бомбите вы его, пожалуйста. Ну, давай, давай, родные мои солдатики. Накумарьте вы этого Квазимоду. Изи. Упал. Так, вернитесь в башню. Ух ты, а это что еще такое у нас тут? А это что у нас такое? Магазин? А, нет, это какой-то рабочий копатель.
Так, выберите гем. Подожди. Что такое? Выберите гем. Он у меня пошел зарабатывать голду. А там можно было еще зарабатывать какие-то темные кристаллы. Здесь что можно сделать? Купить. Так, что нам нужно? Что-то связано с орками. Пока мне непонятно. Ладно, возвращаемся в замок. 3000 голды у нас есть, и я могу еще что-то приобрести себе. Что нам приобрести? Прист. Ну, я думаю, приста мы пока не будем. Во, Вуду. Чувак такой, да? Видимо, может при... Ох, Базукамен. Базукамен. Слушай, а если я его прокачаю? Эквип. Нет, эквип пока нам не надо. Давай мы лучше, знаешь, что с тобой сделаем? Вот эту вот бомбарду нашу улучшим. Так, это что у нас такое? Искусственный интеллект, да? Авто. То есть она будет... А, ну она автоматически бомбила, да? Хорошо, давай посмотрим. Поехали. Бомбарда, давай бомби, пожалуйста. Без остановки. Надо посмотреть, как у нас улучшаются дальше наши лучнички. Согласись, это будет неплохо. Так, ну уровень потихонечку растет. Нам бы добраться до 11, да, чтобы получить дополнительное очко, чтобы прокачать скиллы дальше. Слушай, ну мне нравится, как все это выглядит. Прикольно. Смешно, так весело. Так, 3600. Угу, неплохо, неплохо. И еще одно очко опыта. А здесь у нас, вот, восстановление маны. Давай мы вот это прокачаем, потому что оно тоже нам нужно. 10%. Так, а это что у нас такое? А я могу открыть? В плане, это за реальные деньги? Нет, спасибо большое. Я-то думал, что, ну, обычный, как бы, это просто магазин получается. Так, что у нас тут? А, это боевой результат битвы. Понял, ну, это, естественно, сохранение, да? Так, ну что же, 6000, сейчас будет почти 7. А что за 7000 можно нам приобрести? Мы хотели с вами взять вот этого, 7500 Вуду, Базукамен. Что там, герой, который путешествует по миру? Не знаю, я в английском не особо шарю, так что, друзья, наугад, как говорится, импровизирую. Так, давайте-ка, сейчас попробуем бомбануть эти катапульты. Нормулька. Так, слизни, конечно же, тоже разбираем, довольно все легко. Кстати, 20-я волна на подходе, и там стопудово будет босс. Поэтому мне нужен герой сейчас просто в обязательном порядке, дополнительный. Я все-таки, наверное, Вуду призову. Давай, хорошенечко, вот. Кстати, а от чего у нас растет манна? От прокачки замка, наверное, да? Можно проверить. Можно... Нет, пока не будем проверять. Я приобретаю сюда вот Вуду Мэн. Нет, или Базуку лучше. Слушай, а Базука почему-то... А, он не покупается, его надо найти на карте. Вот оно что. Вот оно, вот они и написали. Этого героя можно найти в путешествии по миру. Так, Алиса, это ведьма какая-то. Алиса тоже какая-то, видимо, ведьма. Лучники-скелеты. Вызывает двух скелетов, да, которые бегают по полю. Сколько там? 20 секунд. Хм. Друид. Вызывает каменного голема. Твою ж налево, а. Ассасин. Ёлки ты палки. Ангел. Вызывает ангелов на 15 секунд. Хм. Покупаю, короче. Покупаю я. Все, друзья, вот у нас тут и ангел появился. Ничего себе тут героев. Я их всех хочу, ты понимаешь? Всех хочу героев себе купить и установить здесь. Ну, видимо, этого нельзя будет себе сделать. Поехали смотреть дальше. 5 волн. А ну-ка, дай-ка я погляжу. Вау. Вот они эти ангелы. Вау, неплохо. Это ангелы так бомбят или это моя бомбарда расфигачивает там всех налево и направо? Слушай, ну это неплохо. Они, главное, что летающие. Так, и довольно быстро у нас восполняется манна. Вот это мне уже нравится.
Ну что, 18-я волна у нас пройденная. Через каждый уровень нам предлагают деньги. Ну, деньгами я, как говорится, не обделен пока, да? Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Я хочу, чтобы у нас мана быстрее восстанавливалась. Так, и займемся, наверное, прокачкой. Так, рыцарь, давай, наверное, мы тебя маленечко укрепим. Укрепили, теперь апгрейд замка делаем. Опачки, еще одна ячейка. Еще одна ячейка для героя. Хорошо, будем иметь в виду. Кстати, за 7 гемов можно пропустить аж 5 волн, ты представляешь? Ну-ка. Скоро, кстати, босс пойдет. Так что не расслабляемся. Возможно, даже на этой волне. Но я почему-то сомневаюсь. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ангелы спустились с небес. Давай-давай, крошим там всех их. Ай, красота. Просто летят и рвут там любого, кто к ним подойдет. Сильные-сильные, ничего не могу сказать. Так, левел ап. И победа очередная за нами. Ну что ж, давай еще, наверное, вот так вот. Тут, кстати, у нас в дальнейшем будет на 99-й, да? А здесь на 199-й. Сколько здесь уровней, я даже боюсь представить. Денег у нас маловато, поэтому мы с вами... Давай еще, до 20-й волны мы сегодня поиграем, да? А остальное будем уже, как говорится, в следующий раз. Я думаю, для первой серии этого будет достаточно. Тут, кстати, будет босс. Тут он должен быть. Это я вам точно говорю. Так, пока вроде бы неплохо все у нас получается, да? Бомбим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И музыка здесь прикольненькая, да? Такая ненавязчивая, спокойная. Так, зомби бегут. Босс, друзья мои, сейчас появится босс. Написано. И это какой-то слизень. Вызываем ангелов. Вызываем мечников. Вызываем магию. И нашего гиганта. Оу, да мы его, этого бассеру просто порвали. Как сосунка. 10 тысяч голды. Давайте улучшать наш замок. Вау. Слушайте, а у нас башенка-то растет. Растет ввысь. И это круто. Ну что, друзья, мы, наверное... Ой, а это что такое еще? Ад. И что? Я могу купить. Ага. За один гем, да? Вот что-то... Из этих. Хм, интересно. Друзья, мы будем на этом закругляться. Естественно, те, кто из вас в этой игре просто профи, я жду от вас дельных советов, кого брать из героев. Ну и, естественно, кого прокачивать в первую очередь, да? Ну и какие-нибудь секретики, если вы знаете. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.